тот момент, когда у нас нет прически, а хочется выглядеть красиво, я вам предлагаю взять платочек и резиночка, чтобы была. Мы этот платочек сейчас вот так присоберем. Ну да, у нас так же получилось с другой стороны. Мы теперь то, что у нас получилось, завяжем. И... вот такая повязка у нас с вами получилась. Сейчас мы ее немножко расправим. Из повязки мы сделаем сейчас чалму. Мы эту часть раскрываем и эту и фиксируем. Нужно быть вот такой очаровательной и даже просто в домашнем костюме. Вот так это выглядит с вечерним нарядом. Посмотрите, какая универсальная у нас получилась штучка. Если вам понравилась идея, вы обязательно попробуйте, поэкспериментируйте. Даже если вы не будете никогда это использовать, поверьте, вы станете перед зеркалом, и у вас точно появится улыбка. Я вам это гарантирую. А у нас есть вечернее красивое платье, но поворачивается спинка. Ох, и это белье, что же делать? А на помощь к нам придет, догадайтесь, что? Придет платочек. Смотрите, сейчас покажу вам два варианта, которые просто украсят наше платье, дополнят его и уберут вот этот маленький недостаток. Теперь наш платочек, я поворачиваюсь, и смотрите, что мы начинаем делать. Так, и начинаем оттягивать, выравнивать. Так, выравниваем. Мы можем просто оставить вот такой удлиненный шлейф. Или мы берем какой-нибудь красивый пояс, застегиваем. Теперь со стороны спинки, если с пояском, вот такая у нас красота получилась. И очень простое решение. Самое главное, иметь в запасе платочки. Так что, если идея вам понравилась, применяйте, сохраняйте свою дамскую копилочку. Никогда не знаешь, когда она пригодится. А я прощаюсь. Хорошего дня, чудесного настроения и до новых встреч!